мы сегодня собрались здесь, чтобы в торжественной обстановке поздравить нашего выпускника, ученика 11 класса Ботлицкой средней школы номер 2 Сайпудинова Магомеда, который стал чемпионом России на соревнованиях, которые проходили в городе Чита со 2 по 7 мая. Сайпудинов Магомед становился неоднократным победителем и призером различных региональных, всероссийских, международных соревнований. Магомед, я знаю, что спорт – это твоя жизнь. Поэтому от всей души, от всей нашей школы хочу поздравить с этим достижением и пожелать дальнейших успехов, сильной воли, новых рекордов и высоких достижений. Удачи тебе! И снова радостная весть пришла в Ботлицкий район. Наш ученик, выпускник 11 класса Ботлицкой средней школы номер 2 Сайпудинов Магомед снова подтвердил свое мастерство, стал чемпионом России. Я хочу поздравить его родителей, его тренера Раджаба Гусейновича, коллектив этой школы за прекрасное воспитание, за прекрасные тренировки, которые проводили с ними, и за прекрасного такого молодого воспитанного человека. Самые большие победы у него еще впереди. Он еще много раз нас обрадует. Желаю Магомеду дальнейших успехов, чтобы он не останавливался на достигнутом. Удачи и успехов, Магомед, тебе. Магомед, я еще хочу вручить тебе сертификат на 40 тысяч рублей от главы администрации Ботлицкий район Камзатова Руслана Супяновича. Действующему тренеру тоже сертификат от имени главы администрации на 20 тысяч рублей. Раджа. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, а Сайпудине уже, наверное, сказали тут. Действительности того, что он заслужил, я от всей души его поздравлю. А всем остальным, занимайтесь спортом, любите спорт, будьте здоровы. Ассаламу алейкум, Рамин Сурдамат, Рамин Сурдамат, Чудри Заби, Барку Музеда, Митцер Мухаммад Ильберхенси. А Берхенси, это так, Салеги Кочонга, Салеги Харауна, Кинезугу Варкала. Ну что ж, ребята, на самом деле есть пример спортсменам. Дерзайте, побеждайте, все впереди и у Магомеда Сайпудинова, и у вас. Надеюсь, мы часто будем вот так вот встречаться, вас приветствовать, поздравлять и чествовать. Будем ждать дальнейших событий, потому что наш Абдул-Маджидов, Абдул-Маджид и Абдул-Рахманов и Салдибир, ученики 8 классов, тоже сейчас находятся на сборах. Пожелаем им успехов и удачи. Уважаемые учащиеся школы, уважаемые гости, сегодня это мероприятие посвящаем мы, значит, нашим спортсменам. Сарыков Курбан, как вы знаете, стал чемпионом России по вольной борьбе, а Сарыков Хусейн Хаджи тоже занял второе призовое место. Спорт – это, конечно, хорошо. Спорт закаляет душу, спорт дает нам здоровье. Но наряду с спортом не забывайте и учебу. Занимайтесь, ставьте цель перед собой. Имея цель, достичь можно таких успехов. Вот вы видите, сегодня мы чествуем этих наших выпускников. Желаю вам еще дальнейших успехов,
чтобы вы нас обрадовали, став олимпийскими чемпионами. Успехов вам! От имени администрации села Алак награждается премией, значит, Салихова Курбана Салмановича. На самом деле приятная, радостная весть пришла в наш Воркутский район. 4-8 мая далекий чемпион проходил первенство России на вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Двое участников нашего района стали чемпионами. Это Сайдудинов Магомед школы и Салихов Курбан, который тоже стал чемпионом России. Хаджи немножко не повезло. Я думаю, короче, он еще наверстает. Второе место тоже это нормально. Я хочу поздравить весь коллектив Алакского лицея, учеников, учителей. В последнее время они делают очень большие шаги вперед по развитию спорта, по учебе, по воспитанию. Хочу поздравить родителей Салиховых, их тренеров за кропотливую работу, которую они проводят. Я думаю, это не последние победы этих братьев Салиховых. Думаю, они еще много-много раз обрадуют нас своими победами, удачи, успехов. Вот если человек, как сказал директор школы, поставит перед собой цель, это можно достигнуть. Это наглядный пример братьев Салиховых. Удачи, успехов и везения вам в дальнейшем. Впервые в истории Воркутского района 5 человек поехал на первенство России. Из них трое были в финале, из них двое стали чемпионами. И завоевали путевки на участие чемпионата мира по вольной борьбе. А кто занял второе место, поедет на чемпионат Европы. Желаем вам олимпийских успехов. У вас все впереди. Надеюсь, что больше работать. Успехов вам. И отбавляют Воркутский район денежный сертификат победителю 40 тысяч рублей. Кто второе место занял, вам 25 тысяч рублей. И тренеру победителя 20 тысяч рублей. Успехов вам! Спортивное движение является важным фактором в воспитании молодого поколения, от которого зависит будущее нашей страны. Нам хочется видеть молодежь сильной, здоровой, перспективной. Образование, духовное и физическое здоровье общества стали приоритетными направлениями политики государства. Самое дорогое, что есть у человека, это дом, семья, школа. Мы еще раз поздравляем наших чемпионов с победой. Желаем им дальнейших побед. Остальные победители нашего лицея будут награждены на последнем звонке.